Всем доброе утро. Доброе утро. Пума, ты что, пришла? Гладить, чтобы я тебя гладил? Оп, убежала. Вот, мы сейчас будем смотреть мультик. Дом называется, да? Ага. Вот, и ждем, пока он у нас качается. Осталось 2 минуты, 14 секунд, 13, 12, 11. И сейчас будем пить чай с бутербродами. Хотя да. На меня смотрит, что-то и хочет. Что-то сказать, наверное, хочет. Говори. Нет, ничего не хочу. Тебе кто-то написал. Да я слышу. Слышал? Да. Ты показывала наши конфеты? Нет, ты не показывала, я не показывала. Иди сюда. Палка не достает отсюда. Да иди сюда! Чё, иди, что ли? Вставать надо? Да. Ничего себе. У меня же мама ездила в гости домой. К бабушке, к тете. Тетям, и передали нам такую коробочку конфет. Смотрите, какая красивая коробка. Катюша и Ванюша. И Ваня тут спасибо. Уже... Спасибо. Спасибо большое. О, я этого не видела. Тут пожелание написано. Ладно. Только конфеты видела. Я увидела только конфеты, да. И тут вот ассорти различные. Ваня тут уже подъел, конечно, все самые вкусные. Нет, я даже не трогал почти. Ну, конечно. Ту-ду-ду. Нам звонят. Это дед Саша, наверное, да? Ту-ду-ду. Я вот да. Эти вот люблю. Ту-ду-ду. И вот эти люблю. И вот эти люблю. Все, я все люблю. Ладно, давай, иди, отвечай. Почему ты в очках ходишь, а? Вот. Я сейчас, мы телевизор будем смотреть, поэтому я... Надела очки. Ну, я вообще за компьютером сидела. Нет, звони. А, это тетя Оля звонит. Они трубку бросили. Так возьми. Не успели взять. Он пущенечко, пущенечко. Если бы быстрое. Быстрое. Перезванивай. Я, короче, не подстригся. Пришел, а там все закрыто. Хожу лохмат. Алло. Алло. Привет. Привет, Катюша. Сейчас направляемся в супермаркет, чтобы приготовить обед сегодня. Но у нас такое ощущение, что супермаркет Меркадона закрыт. Ощущение, как будто еще весь город вымер. Да, вообще. Никого. Ну, жара такая, правда, на улице. Ну, еще плюс обеденное время. Угу. Для нас же нет расписания, когда обедать, ужинать. А здесь у них строго все по часам. Ну, дело в том, что если не работает Меркадона, то я думаю, Карифур или Аликампо 100% работают. Это большие супермаркеты. Какой-нибудь, да, магазин должен работать. Правильно? Угу. Так. Что? Какая машина, молодец. Завелась. Так, где тут кнопочка, чтобы выключить? Меркадона закрыта, но мы попытаем счастье и съездим в Карифур. Но у меня такое впечатление, что Карифур тоже закрыт. У нас вообще такое с вами впечатление, что какой-то важный праздник, а мы не в курсе вообще. Потому что у нас в городе просто люди умерли. Даже никого нет. Такого штуку. Ну, это не редко. Ну да, редко хоть кто-нибудь находит, а тут да вообще никто не ходит, только пару машин он ездит. Все, вообще никого. Все закрыто, да? Да, все закрыто. Какой кебаб? Вкусный, прекрасный, вкушение. Очень. Ваня уговаривает меня в кебабе покушать. Я не уговариваю, я предлагаю. Это меня уговариваешь. Я еще не начинал. Ты еще не начал уговаривать? Нет. Ты только пока что предлагаешь, да? Да, я только предлагаю. Просто немного настойчиво. Это не немного, а очень настойчиво. А это всего лишь были подозрения. Решают, что делать. Думал, Лидл открыт. Конечно, Лидл первый закрывается. Какая-нибудь фиеста, все, Лидл не работает. Ой, не знаю, может на море сегодня сходцем? Ну, блин, ну что, мы голодные, попремся на море? Ну, естественно, покушаем перед тем, как поехать на море.
сейчас хорошее время поехать на море. Сейчас уже не так печет. Да, уже 4-4, да, часа. Самое экономное выйдет у нас на море съездить. Тогда давай покушаем и поедем на море. С любами? Я еще не знаю, не могу тебе дать точный ответ. Но я могу тебе предложить, что ты покушаешь где хочешь, а я поем с любами. Карифур тоже закрыт. Никого нет, ничего нет. Мы думали и наконец придумали. Мы не едем ни на пляж, никуда. Мы едем посмотреть в один парк, миниатюрная Каталуния. Вот, я думаю, будет всем интересно. И нам интересно, мы нашли скидки, так что поедем в тот прикольный парк. Мы давно хотели с Ваней съездить, и тут Ваня увидел, что у нас здесь в интернете можно найти различные скидки, там 2 по цене одного, либо 20, либо 30% скидка, то мы тут сидим, смотрим, у нас вот эта вот Тархета Ховен, карточка, молодая карточка, она, кстати, 25 лет, и от нее очень много идет скидок, так как ты молодой, все такое, предоставляются такие вот скидки. Я уже поела, мы заказали турум, и Ваня заказал себе тарелку, я уже поела, и я уже наелась, и мы уже практически приехали. Навигатор нам показывает, что нам осталось ехать 2 минуты. Боже, бог знает, где этот парк. Ну, сюда 30 минут мы ехали, на машине ехать. Вообще, забрались так забрались. Я вам не говорю, там, наверное, вообще людей нету. Никто туда не ездит, потому что так далеко. Просто забит людьми. Да, столько много людей. Просто здесь нереально много посетителей. Потому что сделали его чуть ли там, я не знаю. Вот яблочки маленькие. Смотрите, яблони. Классно. Мы, кстати, ехали, такую стаю овец видели. Ух ты! Мы уже вот, смотрите, приехали. Смотрите, какое маленькое здание. Правда, ребят, я не знаю, что это за здание. Я хочу попросить, чтобы дали нам этот карту с описанием, чтобы вам говорить, да и самим знать, что как называется. Такой вот вход. Длиннющий. Там вот идет мой зая. О, смотри, какие прикольные чувачки. Здесь тишина. Никого. Вообще никого. Вот карта и вот карта. Что? Мы не знаем, куда приезжать. Тогда никого нет. Ботиночки огромные. Тут паровозик, походу, да, ездит? Да, ну, да, когда-то ездил. Ради нас мы опоздали еще по времени. Он через полтора часа закрывается. Ну ничего, мы успеем походить тут, погулять. Вот мы вообще, здесь еще предоставляется такая услуга. Откуда? Да, здесь сначала. Наверное. Да, отсюда. Здесь предоставляется такая услуга, что можно лазить по канатам, да? Угу. То есть пролететь по тарзанке, вон там вот в лесу. Но оно уже закрыто. Но мы обязательно в следующий раз нужно приедем. Нужно зарезервировать. Значит, нужно зарезервировать. Как тут войти? Нужно все обходить. Обойти вот так вот все? Так значит нам нужно туда, чтобы вот так. Оттуда? Вот... Не пошли оттуда. Да. Слушай, так прикольно, сейчас будем все вам показывать. Сейчас туда дойдем. Так чистенько. Большой. Да, пофоткаемся. Сейчас здесь... мы вам покажем всю Каталонию. Нет, люди ходят. А, нет, есть кто-то. Мы не одни. Мы не одни, это точно. Блин. Кстати, что хотела сказать. Мы сейчас вам покажем Каталонию в маленьких размерах. Мы сами ее всю не видели. Каталония – это регион Испании. Вот, и как раз вот столица Каталонии, скажем так, да? Или как правильнее лучше сказать? Столица Каталонии. Столица Каталонии – Барселона. И вот все ее достопримечательности мы сегодня вам покажем. Только не настоящие, но малюсенькие. Так, это у нас что? Надо карту открыть.
Смотрите, такое маленькое здание. Это катедраль де Лейда. О, батарею не взяли. Гении. И нет запасной, да? Не-а. Гениально. Ну, это у нас есть город Лейда. И это вот кафедральный собор Лейды. Вот такой вот он. Красивенный. Смотри, деревце как тебе нравится. Только его подстригли по-другому. Он не поедет. Давай. Ух ты. Тут это написано? Лейда. А, тоже от Лейды. Угу. Станция города Лейды. Ну, слушай, прикольно. Ага. И поехал. Так. Да, жарко. Ну, короче, замок. Какой-то замок. Так, с этой стороны у нас тоже какие-то церквушки. Сейчас мы будем к ним подходить. Я так понимаю, мы идем в обратном направлении. Да? Наверное. Смотри. Планета, а вот это чисто каталанская такая традиция. Они выстраивают из людей вот такие вот башни. Они называются Кастелис, да? Ну, Кастелис, да. Они с детства самого занимаются этим, и это вот такое традиционное у них. О, он приехал на другую станцию. Да, Тарагона. Тарагона переехал. Угу. Ладно, пошли дальше. Ну, наверное, замок тоже когда-то был какой-то. Да, замок. Кастель, Демора, да. Какой-то замок. И смотрите, вот эти этот вагончики, которые мы пустили, он вот тут через пол проходил, поехал туда. Идем дальше. Ой, ну сюда лучше, конечно, приходить не в такую жаркую погоду. Ну хоть не представь, если мы днем прошли бы. О, это тут с ума бы сойти можно. Катедраль де Майорка. Вот. Ну красиво, на барселоновский похож очень. Да. В Барселоне такой. Мы сейчас, кстати, до него дойдем. Смотрите, тут река, правда, не очень чистая. И тут, смотри, да, кораблики. Это вы понимали, это настолько все маленькое. Очень маленькая. Такое прям как игрушки, да? Так, а вот это что такое? Кстати, здесь можно слушать в наушниках. Да, только нужно было брать. Mm. Ну, у нас времени нет слушать все. Так, а что это? Мы пропустили. Надо прочитать, что это такое. Ну, это замок. Да, и в этом замке... И в этом замке сделали что-то там, национальная туристическая, короче, остановка. Мост. А что это за мост? Темпост. Темпост, а где он находится? Темпост находится вроде ближе к Франции. Франция, да? Угу. О, ну я вживую никогда этот мост не видела. Ты видела? Был? Большой. И я там не была. Эти кораблики плавают. Так, следующее. Это у нас тоже какая-то станция. Это Тарагона. Это станция Тарагона. Мы с той стороны, вон да. По той дорожке шли. Так, а это у нас что такое? Тоже нажать. А ну-ка, давай, нажимай. Ну, ой, огонь пошел. Огонь. И паровозик поехал. Будет. Только он так медленно едет. Прикольно сделано, это где? Не знаю, надо... Это порт Тарагоны. Порт Тарагоны? Угу. Это играли Тарагона. Тоже Тарагона? Угу. Они, слушай, они все такие однотипные. На ну, барселоновский похожи, да. Ну, красиво. Здесь тоже классно. Это мост, я так понимаю, или забыли? Ну, красиво. Мост, я думаю, мост. Подожди, здесь можно нажать. А, нет, здесь нельзя нажать. Это вот этим, который энергию вырабатывает. Тут тоже миниатюрки. Мельницы, да. Да, белый дом Тарагоны. Слушай, тут все Тарагона, Тарагона. Тут... Я думаю, это провинция Тарагона. Это тоже, наверное, что-то тарагонское, да? Población Falset. Это что значит? Провинция Тарагона. Ну тоже в Тарагоне это вот здание находится. Непонятно, что куда? Это. Не знаю, может вино здесь делать? Да, смотрите, это вино. Это вино, да, здесь делают?
Вот это в миниатюре газономашинка. Представьте, какая она в большом масштабе. Ваня шутит. Ой, а это что? Что за дорога? Которая в Лейду ведет. На АП-2. Вот, кстати, по ней сегодня ехали. Здание огромное, кстати. Монастырь Святого Креста. Это пожарники. А, пожарники. Бомбер. Ай, точно. Точно, это... А какого города? Манреса. Да, там огонь, пожарники тушат. Выше надо. Прикольно. Ух ты. Ёлочка и само здание, смотри, какое прикольное. О, это же Барселона провинция. Тоже барселонская, да? Угу. Я даже не знаю, где это. Я без понятия тоже, где это. Так, идем дальше. И смотрите, вот так вот, вот здесь вот все идет железная дорога. Вместе с, типа, с проводами. Вот, ага. Там ну да, с другой стороны. Мы там были, да. Мы были с той стороны. Мы были там далеко. Ну как далеко? Вон дорожка. Ладно, все, пойдем. Нет, это автопист, дорога вон там. А, ну ладно. Смотри, какой кактус. На нем кто-то живет. Так, идем дальше. Архитектор Рома Трагоя. Руманская что-то. Так. А это у нас комиссария Мосос де Скварда. Ну, то есть это полицейский участок. Пойдем дальше. Так, а это что за арка такая? Она в Тарагоне. Тоже тарагонская? Потому что на барселонском не похоже. Нет, это не барселонская. Да, не тарагонская. Арка де Берра. Ладно, идем дальше. Так, это у нас что такое? Табличка. А вон табличка. Масия Кальпупинет. Масия Кальпупинет. Без понятия, ребят, что это такое. Ух ты, смотри, вот какая красота. Сюда вот это ютамент, а вот это монастырь. А это, нет, это церковь. 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 Красиво. Так, куда нам? Вот сюда? Два музея. Вот кто-то из них музей. Вот это, короче, церковь. Это станция, и вот там два музея находятся. Угу. Сичес. У нас есть район Сичес. Там... Город. А? Район. Город, да, город. Город Сичес. Там обалденный пляж, и там в основном одни виллы. То есть там очень дорого стоит недвижимость. Вот, но отдыхать туда, приезжать вообще супер. Так, что у нас дальше? Дальше у нас аэропорт. Я так понимаю, это аэропорт Барселона. Но это не терминал второй. Это старый, да, это, терминал? Это второй терминал, не первый. Вот аэропорт Барселоны. Хотели посмотреть на Камп Ноу? Сейчас мы вам покажем. Камп Ноу в миниатюре. Вот так вот это все дело выглядит. Вот так. Мне кажется, обычный стадион. Ничего в нем такого нет. Подожди, а то стадион какой? А это там музей идет рядом. Помнишь, где там музей? А вон то, что тогда. Подожди, может это то Камп Ноу? А это просто какой-то футбольный? Сейчас мы увидим. Мы сейчас найдем таблички и все увидим. Мы будем в Барселоне. А, это мини. Это мини. Что мини? Мини-футбол? Мини-поле? Угу. А, ну то есть, ребят, это не Камп Ноу, это мини. Вон тот большой, мы сейчас к нему подойдем. Так. Это у нас что? Это монастырь де Сан-Хугат. Кстати, мы в нем были, нет? Да, мы в нем были. Мы в Сан-Хугате были. Да. Вот его мы видели. Круто, да? Угу. Про него мы знаем. А вот мы подходим к самому известному месту. Это Монсеррат. Мы были прямо на самих вершинках.
Здесь реки, мосты, домики. Да. Классно, так они прям тоже выложили горы с камней, которые гладкие. Что у Монсерра, ну, у Монсерра... Ой, смотри, там двигается что-то. Наверное, фуникулёр должен ехать. О, нет? Поехал. О, вот. Еле-еле, но поехал. Едет! Вон второй поднимается. А второй поднимается. А вот если в эту штуку посмотреть, то видно крест, который там на горе находится. Так, сейчас я хочу отдалить. Вы сюда посмотреть? Да, ты не видишь, там мутно. Не видно? Нет. Не видно, сейчас посмотрим. Ого, как мутно. Вот там мутно. Ну прикольно, да, видно немножко. Ну и куда уходит? Поезд, ага. Здесь... Верно. Это тоже Лейда. Фабрика Бимбо. Не знаю, продаются ли где-то там. У нас хлеб Бимбо продается. Да, вот это вот здесь уже. Там, кстати, он видишь, что ты запустил. Или это тот, которого мы запускали, возвращается. Это малина, что ли? Я даже не знаю. О, там сейчас нажать можно. Да. Видите? Все катаются. Всем весело. Побольше. Нажимай. Не работает. Наверное, нет, столько раз нажали, наверное, что сломали. А, гимн Барсы. Хорошо. А вот это... ТВ-трэш. ТВ-трэш. Я очень хочу здесь практику проходить. Это телевидение каталанское. Он сотрудничает, кстати, с моим институтом, куда я поступила. Так, идем. Это что? La Vanguardia. La Vanguardia. Спросите, что? Ну, не знаю, что такое. Ну, мы вернемся еще сюда, будем уже смотреть университет Барселоны. Университетский универ. Университетский универ. Университетский универ, да. Шикарно, я сказала. Барса! Барса! Вот это куда мы завтра поедем. Кататься на аттракционах. Угу. Называется TBW. Так, каша Витрендж. А где сама каша? Ее убрали? Да, нету каши. Нету, дом утащили. Кто-то домой забрал. А вот Саграда Фамилия. Да, но тут, тут очень много не достроили. Да, только центральный вход и задний вход. А... Да, то есть камни. На самом деле намного больше сейчас построили. И слушай, даже миниатюру еще не сделали. Мне кажется, миниатюру проще строить, чем оригинал, нет? Ну, а вон то... Это так, это у нас... Каша Мила, да. А вон то? Какая-то каша Батильо. Вон та вот. Батно. А вот это вот... Каша Кальвет. Каша Кальвет. Это все здание... Да. У нас в готическом квартале находится вот этот вот тоже кафедральный собор. Кафедральный собор, который находится в Барселоне. Он должен что-то запустить. Начнут танцевать, наверное, смотрите. Нажала? Да. Ну, поехали. Танцуйте. Не хотят они танцевать. Устали. Не работает. Так, мы пришли к Колумбу. Слушай, ну хоть посмотреть на него сблизи можно. Ага. Смотрите, это Колумб. Знакомьтесь. Опа. Вот это знаменитые львы, на которых все садятся. И это. И они такие натертые. А вот это Рамбля. Смотри, как вы сделали Рамблю. А, это Рамбля была? Ну, да, ну смотри, оттуда доходишь сюда. Ну и да. На Колумба выходишь. Точно. Ты права. А это что? Это Говьерно. А, Говьерно. Как он? Госдума.
как, да, Госдума, наверное. Так называется. Мы дошли до парка Гуэля. Раньше он был бесплатным, а сейчас его платным сделали. Угу. Были всякие забастовки, но ничем... Забастовки ничем не помогли. Это что у нас такое? Эль Капричо. Вы видели, где Капричо? Как он выглядит? Вот так он выглядит. Смотри, какая прелесть. Вот. Наши дети каталанские просто помешаны в этом мультике. Да? Я первый раз его вижу. Это каталанский мультик. Вообще он на японский, по-моему, или какой-то, но его перевели на... О, это с этого, Сальвадора Дали. Да. Музей. Музей Сальвадора. Кстати, я там ни разу не была. Я только рядом стоял. А внутрь не заходил? Mm-mm. Он в этом находится, в Фигересе. Фигерес. А это катедраль в Жироне. Мы, кстати, там были с тобой. Mm-hmm. Помнишь? Mm-mm. Твоими родителями, правда, гуляли? А вот станция Жирона. Аэропорт. Аэропорт. Или нет? Нет, это Ренфе. Это по поезда. Как тебе парк, Зай? Для фотографии. Парк? Ну... Сюда осенью надо приезжать. Очень жарко, мы просто устали. От жары. Мы здесь около часа ходим и подустали. И то мы, не прослушивая гидов, ничего, просто ходили, смотрели и подустали. Но мы сюда вернемся, покатаемся на всех этих тарзанках, везде прокатимся. Будет намного интереснее. Не, ну так он тоже. Не, конечно, интересно. Будет. По крайней мере, все увидеть, как это выглядит. Что в многих местах мы не были. Угу. Ну, прикольно. Обычно все делают Европу в миниатюре. А каталанцы отличились. Они только Каталонию сделали в миниатюре. Угу, только свою территорию сделали. Тоже я думаю, в Мадриде тоже есть что-нибудь. Мадрид в миниатюре. Ну и вся Испания в миниатюре, нет? Ну, наверное, не знаю. Мы в Мадриде еще не были. Но мы туда поедем. Да. В этом году. А кремом намазалась? Нет. Ты ходишь на палящем солнце? Да. Ужас. Кошмар. Да, здесь очень зелень много. Да, здесь так красиво. Сделано здесь офигенно. Надеюсь, было не скучно? Да, надеюсь, вам было интересно. Ну, по крайней мере, нам интересно было посмотреть. Да. Мы давно хотели. Мы приехали в супермаркет в другом городе. Он здесь открыт, потому что, оказывается, только у нас в Террасе и в Барбере все закрыто. То есть, а везде остальные магазины все открыты, так что мы приехали. Я спать хочу. Я тоже спать хочу. Солнце выматывает просто, да. Спать хочу. И пить. Я очень хочу пить. Приятно. Так, мы уже в магазине. Мы будем покупать эти парагуая. Да, приплюснутые персики. Но они как-то по-другому называются. Ну, короче, парагуая. Вкусные, кстати, не сладкие такие. Они тверденькие. Тверденькие? Ну, положим их, пусть доходят. Ну да. Сколько взять? Много не бери. Штучки по три каждому. По три? Да. Так, по две еще, вот это еще. Все, пошли, надо взвесить их. Пошли. Пойдем. Пошли. Пошли. Короче, у нас проблема. Так как все закрыто в Террасе, в Барбере, все едут в Сабадель. Здесь все выгребли, вообще, смотрите. Яиц нету, огурцов нет. Вообще огурцов нет. Да. Возьмем одну упаковочку, да, пока что? Да, ты же все не съешь. Пойдем. Пошли, нам соки нужны. И мясо нужно на ужин. Пошли. Люди, нас тут все с ума посходили. Столько людей. Все кассы полностью забиты. Вот что значит праздник в двух городах. Йогурт? Только да, тут нет. Какой-нибудь вкусный йогурт на конфеты. Давай. Какой ты хочешь? Я люблю, знаешь, который внизу с фруктами. Ютубинцы, спасибо за ваши лайки и комментарии. Люблю вас очень-очень.